Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme Watch S2. И сейчас я покажу вам, как принудительно перезагрузить данные часы. Итак, мы зажимаем колесико и держим так до момента, пока экран не погаснет. Как только экран погас, можем отпустить кнопочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.